Спасибо за ваш вклад. Сэм, мы вызываем. Хиггс хочет соединить узлы твоей сети с берегом Амелии. Так что понятно, куда они ушли. Мы сможем туда попасть? Мы? Нет. Но у тебя с Амелией прочная связь. Ты много раз бывал на ее берегу, так?
Ты сможешь допрыгнуть. Ты помнишь, что я сказала? Постараюсь взять его живым. Обещай, ты дашь мне его прикончить. Хорошо. Тогда я помогу тебе добраться. Обоим сразу не получится. Но я тебя догоню. Ты же сказала, что не можешь к ней попасть. Ну да. Но могу попасть к тебе. По узам, что нас связывают. Ловец снов приведет тебя к ней. А потом? А браслет приведет меня к тебе. Прямо так и пойдешь? Да, и без оружия. И Лу с собой не возьму. Эй, Фрейджайл. Что? У тебя есть перекусить? Подсадила я тебя. Сэм, осторожно. Если вдруг что, позаботься о Лу, ладно? Мне придется тебя коснуться. Закрой глаза. Представь Амелию и ее берег. Ты ведь ее любишь? Ты ее любишь. Вот он. Амели? Сэм, что ты здесь делаешь? Покончим с этим перед всеобщим вымиранием. Собираешься сделать? Лишь то, что должен. Защищать фактор вымирания, пока земля не очистится. Шестое вымирание не остановить. Как бы ты, я или кто-то другой не старался, человечество протянет от силы 200-300 тысяч лет. Так чего тянуть кота за хвост? Пора смириться. Как все наши предтечи. Мы все знаем, что будет. Это все равно неизбежно. Все, у кого есть Дум, она. Мы все здесь не просто так. Мы все участники в
выхода смерть. Это место, этот сраный берег. Отсюда не возвращается, нет. Умрешь, значит, все. Перейдешь на ту сторону. Круто же, да? Кто проиграет, тот везунчик. Он вырвется из этого долбанного цикла. Но без тварей, без выплесков, без всякой хрени. Просто старая добрая дуэль с боссом. Палка против веревки, ствол против нити. Еще один финал перед концом. Последний. Game over. Чистильщик. Возишься, сэр. Пытаешься найти способ получше. Так его нет. Чтобы все закончилось, сегодня или завтра. Этой земле, городам, этим людям, всем и всем. Вернуть Америке былую славу — просто попытка отсрочить неизбежное. Везет тебе сегодня! Оно в полнейшей жопе. Даже сама уже наладила. Ничто не есть. Вот этот урок мы могли бы запомнить. Нам нет места в будущем. Ах ты мне! Сомневайся сколько хочешь, выход смерти — вот доказательство. Научись проигрывать достойно. Хотя бы один раз в жизни поступи разумно. Если не можешь, так давай уже начни. Брось вызов судьбе, но сделай уже хоть что-то. Ты что, проделал такой путь просто так? Давай, сэр! Прятаться бессмысленно! Я сваливаю. Кто-то сказал, что первыми инструментами были веревки и палки. Палки, чтобы отгонять всякую дрянь. Черт!
Тебе сегодня. Где же наш малыш Сэмми, а? Получай! Мне не нужен, Сэм. Я сильнее тебя. Я сильнее! Thank you.
справимся! У нас обоих Дум! Значит, остаться должен только один. Так давай! Что-то ты руки распустил, мистер Гаптофобия. Ну, поздравляю. Ты победил. Только толку от этого ноль.
Ну, давай уже. Фрэджайл. Похоже, меня трудно забыть. Мое имя Фрэджайл, но я не хрупкая. Зато вот ты у меня сломаешься. Это вряд ли. Связь между нами прочнее, чем ты думаешь. Дай мне сил, чтоб тебя. О, надо же. Ты уже сломлен. За черт. Я Хикс. Я та частичка Бога, что есть во всем. А кто ты? Детка, ты всего лишь порченный гроз. Ты порченный груз. Держи, как обещал. Спасибо. Почему так долго? Вот тебе метафора. Возьми с собой. Расскажи людям с синдромом курьера, почему не стоит прятаться за маской. Нет. Оставь себе. Пусть лучше услышат из твоих уст. И еще. Твое дитя. Я перенесла его сюда, представив, что это прибор. Возьмешь? Нянчиться не мое. Так куда тебя отправить? На восток? Ему не нужна твоя помощь. У него есть хиральная сеть. А еще есть я. Мы переправимся вместе. Везет ему. Мы ценим все, что ты для нас сделала, правда. Но дальше мы сами. Тем более уверен, тебя ждут во Фрэджайл Экспресс. Да. Кто еще сможет собрать все кусочки и сложить их вместе? Никаких компромиссов в погоне за совершенством.
Фрэджайл. Мы в расчете. Долги розданы, слова сказаны. Прощай, Сэм. Ладно. Пойдем, мы не закончили. Ты в меня еще веришь? Даже в отсутствии Хиггса я ходячая бомба. Угроза для всего сущего. Но чего я хочу? Чего я всегда хотела, это чтобы мы все стали едины. Что? Скажи правду. Это все ради тебя или ради Бриджит? Ради нашей страны. Ради будущего, это правда. Я буду с тобой откровенна, Сэм. Когда ты был на Востоке, я сбежала отсюда тебя навестить. Что? Ты мне врала? Дерьмо. Ты понимаешь, чего мне стоило сюда добраться? Иначе ты бы сюда не пришел. Тебя не волновали страна и Бриджес. Но мы знали, что тебе действительно дорого. Ради чего ты готов пересечь целый континент и протянуть сеть UCA. Это Дай Хардман придумал. Отлично. Значит, я Марио, а ты моя принцесса. Но ты права. На страну мне было наплевать. Ты правда единственная, кто мне дорог в этом мире. Прости меня, Сэм. Но в итоге же все получилось. Но с ним покончено. Я знаю, у тебя есть вопросы, но давай их отложим. Но потом. Ладно. Пойдем домой. Ну и как именно? Прыгнем, как Фрэджайл? Нет. Можно добраться по берегу. Мы с тобой побежим. Побежим? Да. Как Марио и его принцесса. Жди здесь, ладно? Угу. Президент Бриджит Стрэнд. Вот, наконец, вы и пригласили меня на берег. Помните? Тот же пистолет. И теперь он послужит благому делу. Вы должны были воссоединить мир, а не раздолбать его. Ну что же. Давай, стреляй. Для нас искупления не будет.
Нет. Не может быть. Это правда ты, Джо? Джо? Да. Это я. Джо. Помните? Простите. Простите меня! Верни мне ББ. Ты ищешь не в том месте. ББ! Sweaty clothes, every tear.